В Серпухове продолжается реализация программы по ремонту подъездов. В доме номер 48 по улице Советской жители радуются обновленной парадной. В этом году еще 320 подъездов многоэтажек станут тоже как новенькие. Член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Тихонов и представители управляющей компании вместе с жителями проверили качество работ. В подъезд сегодня приятно войти. Ровные яркие стены, белоснежный потолок, новые оконные рамы, опрятные почтовые ящики. На стене, как и положено, информационный стенд управляющей компании. Все это благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Все чистенько, аккуратненько. Я довольна. Самое главное, чтобы все это продержалось подольше, чтобы никто стены не исцарапал. Подъезд отремонтировали очень хорошо, тщательно, все продумано. Все как-то не наспех, не на скорую руку, а все по правилам. И периодичность вот этого. Сначала потолок, потом стены, потом полы, потом вот эти карманы. Все учтено, все отремонтировано, все сделано. Мы сколько здесь живем, простите, я уже 48 лет здесь живу. Я такого ремонта не видела. Жители первого подъезда дома 48 по улице Советская радуются обновлением в своем подъезде. О переменах, которые происходят в их доме и в округе, серпуховичи говорят с членом политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Андреем Тихоновым. Наш подъезд стал вообще великолепным. Да, веселее жить стало. Конечно, нам самим осталось поставить цветы. Ну вы понимаете, да? Не смотрите, было мусорных вот этих баков. Учитывались все пожелания жителей: цвет стен, покрытие пола, освещение. Качество и ход ремонтных работ на контроле у комиссии, в которую входили представители администрации Серпухова, технического надзора и жилищной инспекции. Жители, ну не то что они на позитиве, они в восторге. И в восторге не от того, что сделали ремонт, а сделали качественный ремонт. Услышали практически каждого жителя. И жители сами отмечали сейчас, ну и это и видели, что они были услышаны. И с ними согласовывали и цветовую гамму, и то, чем красить, как располагать. Косметический ремонт в подъезде провела управляющая компания «ЛИА» по программе софинансирования. 9 этажей, все начинается по полной программе, то есть зачистка старого слоя, штукатурки, побелка, покраска плитусов, покраска порожков, ремонт перил, накладки установили новые на перила, соответственно, значит, замена почтовых ящиков, замена окон полностью на пластик и на всех этажах. И ну, там уже финальные работы это по установке коробов, убрали провода провайдеров, соответственно, навели в этом порядок. Мы, в свою очередь, тоже благодарны подрядчикам, которые выполняли эти работы, за их добросовестное отношение. Ну, в итоге мы получили хороший конечный результат. Государственная программа Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева реализуется с 2017 года. За это время в Серпухове отремонтировали почти 2800 подъездов. В 2023 в порядок приведут еще 338 парадных.